Так. Короче, съездил, высыпал. Белый порошок. Ну, голубой всякий бывает. Забрал я трактор, снял помпу, водяной насос снял. Белый порошок. Угу. Торгуешь? Вот такие руки у меня, грязные, чистые тире. Сейчас покажу вторую руку тоже. Вот. Короче, пусть стоит, гудит. Пойду пообедаю пока. Время 5 часов вечера, пойду пообедаю. Привет, ребята. Привет, друзья. Чё? Завёл трактор. Сейчас поеду. До обеда убирался, грёб мусор в нашем клубе. Поеду, надо мусор вывезти. Вот. Надо мусор вывезти. Сейчас там кучи соберу и вывезу. Вроде как тепло более-менее стоит. Погода. Ну что, вот я и на месте. Сгрузил я мусор там частично в телегу. Грёб тут сегодня до обеда. Но тут еще будет, потому что много еще земля тут, короче, мерзлая. Вот. Так, ну что я хотел вам показать. Ребята, смотрите, зажгли полы. Вот когда я тут был утром, горело все вот в той стороне. Вот ветер подул, смотрите, вот где горит. И вот оно даже до куда дошло. Вот это на той стороне все горит. Вот. Это все горит там. Это все там и горит. На той стороне у нас хорошая медоносная база. Вот. Хорошая медоносная база, естественные луга. Вот. Но сейчас это все дело выгорит. Все это дело сгорит. Вся эта база сгорит. Я не знаю, то ли рыбаки, кто вот это все поджигает, хрен знает. Вот. Но кто-то поджигает, я не знаю, ну все же говорят, нельзя поджигать, нет, жгут. Река, река у нас прошла и чуть-чуть поднимаю. А нет, еще не все. Вон горит. Не знаю, будет ли это, не будет. Вот, а то видно дым-то, дым видно, и тут горит. А вот тут на берегу стою, прямо подо мной вон какая льдина стоит. Льдина, лед. Вот тут. И вот там вот льдина стоит. Тоже лед. Вот так, уважаемые. Воды в реке много. Ну, где-то она, я думаю, что, наверное, лед еще не везде прошел. Где-то прошел, где-то не прошел. Частично. Вот. И там, вот видите, дым где-то откуда-то с лугов горит. На лугах, наверное, тоже горит.
Вот. Суда до суда не дошло. Не дошло до суда, наверное, потому что, может быть, снег не пускает. Может быть, я не знаю, ну... Ну, обычно тоже, который год всегда на той стороне выгорает. Я не знаю, зачем поджигает, кто и как вредит, пакостит. Так, а у нас первый денек после холодов. Ой, бурьян такой. Ладно. Еще будет, еще буду убираться, убирать там мусор, все это дело оттает, когда подтает более-менее будет. Сейчас еще где-то лед, где-то земля мерзлая, не совсем еще. Ладно, поеду трактор, на тракторе увезу, мусор какой-то вывалю, два мешка мусора, сухой травы. Вот. Так вот. Так вот, так вот, так вот. Тут более-менее ничего. Ну, подскребать еще буду подскребать. Так. Короче, съездил, высыпал мусор. Сейчас ставлю снова прицеп. Прицеп на стоянку. Опа. Вот это? Это комет, Вова. Белый порошок? Ну, голубой всякий бывает. Ну это комет. Это белый порошок. Не нужен белый порошок. Так это зачем? Надо сначала растереть в руках его. Ну, вот я его растерёг. Чего сделал? Растёр. Растерёг? Это как? Белый порошок. Угу. Торгуешь? Нет. Это белый порошок. Смотри, вон там это... Вам тоже надо белый порошок? Да. Почем спрашивает? Сейчас поеду в Мурманцево. За белым порошком? За партией? Нет, помпу вот разобрал. Сейчас поеду покупать эти запчасти. Понятно. Белый порошок. Он там бежал, я сейчас по-быстрому снял. Сегодня собрать не успею. Соберу завтра, наверное. Вот. Вон мыльную возьми. Ферри. Не-не-не, тут все уже. Комет. Это типа комет, белый порошок. Ну. Водяную помпу, водяной насос. Угу. Ставится здесь. Разобрал. Ну что он теперь грязный такой трактор? Вот там бежит. Вот сейчас поеду покупать прокладки. Все, заменю, поставлю. Понятно. Ква, овечка. Они все ворота вон раздолбили. Да не то слово. Эти ягнята забегут тут толпой. Эти съедят все зерно у этих. У куриц. А курица у собаки. Вот такой круговорот у дяди Вовы. Да. Ох ты, красавчик. Чё ж ты так? Я пыль. Вот тут какая пыль-то? Чё, пыли нету, холодно, земля замерзшая. Пыль. Ну сегодня более-менее она это оттаяла. Все? Все. Можно сворачивать видеосъемку. Сворачивать видеосъемку. Так. Да, белый порошок. Разобрал я трактор, снял помпу, водяной насос, снял. Бежала прокладка.
бежала прокладка. Вот эта прокладка бежала. Просела прокладка, ну и, короче, пришла в негодность. Вот. Помпа находится в хорошем состоянии. Попробовал, нету этих... Короче, люфтов нету, ничего, нормально. Так, вот вырубил с пробковой бумаги прокладочку. Сейчас посажу ее. И поставим все это дело на место. Поставим все дело на место. Вот. Что-то хотел ехать купить эту заводскую, а потом говорю, да я так вырублю. Ну вот, вырубил. Вот. Вот. Сейчас будем. Блин, петухи, как только начинаешь что-то снимать, говорить, там что-то делать, петухи начинают петь, сразу орать. Вот. Сейчас вот здесь это дело поставим. Вот так. Фух. Ну что, собрал трактор я. Собрал трактор. Еще не заводил, залил воды. Сейчас заведем, заведем, погудим, посмотрим, будет вода бежать, не будет. Вот. Посмотрим. Заменил там прокладку. Бежала по прокладке. Трактор надо мыть. Трактор грязный, менять там прокладку с верхней крышки клапанов. С нее сочится. Мыть надо, доставать керхер. Керхером доставать, мыть. Вот. Сейчас заведу. Трактор погудит. Посмотрим. Будет, нет, там бежать, вода гнать, воды не будет. У меня грязные чистые тире. Сейчас покажу вторую руку тоже. Вот. Короче, пусть стоит, гудит. Пойду пообедаю пока. Время 5 часов вечера. Пойду пообедаю. Пускай гудит. Пускай гудит. Приветствуется. Покушаю, выйду, посмотрю, проверю, как будет работать. Вот. Вторая проверка. Сухо, сухо, нормально. Все, все хорошо будет. Все нормально. Все хорошо. Это хорошо. Это хорошо, что все хорошо.